колонке стояла. Господи, соседу 9 лет. И ревнует, уже сил никаких нету. Помаду попрятал всю, чтобы не красилась. Хожу как черт. С месяц назад сидим вечером в избе, и вдруг свет выключили. Он сразу грунет, и где? Я затаилась, нарочно молчу. Слышу, он ко мне шарится. Я к печке. Груня, ответь мне. Я лицо сажей намазала. Говорю, вот я. Он за руки меня взял. Голос сладкий сделался. Это, Грунь, обрыв на линии надолго. Давай ложиться спать. И целоваться лезет. Тут свет включили. Я при родах так не кричала. Под утро начнет просыпаться, все рукой рыщет. На месте я. И всякий раз это ты? Это ты, Груня? Грунь, это ты? Кто же еще? Кого же он там еще хочет найти? Самый сон сладкий, он бубнит в ухо. Я к чему это рассказываю? У нас свинья поросилась, и все поросята хорошие получились. Один дохлый почти, тихонький, не верещал никогда. Ножки у него подламывались, не стоял на ножках. Ну и я как-то утром встала засветло, вымыла его, обсушила и в кровать на свое место. Сама за спинку спряталась, светать стала. Слышу, Грунь, это ты? Это ты, Грунь? Говорю, я, милый. И что вот одно слово может с мужиком сделать? Прямо я чувствую, восторг в нем поднялся. Крутанулся он в мою сторону, и тишина. 5 минут, 10, ни звука. Высунуться боюсь, или он помер, или меня прибьет. Потом слушаю, Грунь. Говорю, чего? Че это с тобой? Да вот, говорю, довел ты меня, свинья, своей ревностью. С тех пор потише стал, только заикаться иногда. Говорят, один был и ревновал, жену ни за что и придушил под конец. А я вот не ревнивый совсем. Тут к соседям из Москвы приехала одна. Так, ни кожи, ни рожи. Я художница, я портретистка. Хочу вас, Николай, рисовать. Я крапивы нарвала, она с тех пор одни цветы рисует. И все, чего ревновать-то?